Так. Ну что, семья? Всем привет! Это Сочи, Краснодарский край. И снова Эстосадок, и снова автомобильный приулок, и снова улица Эстонская, и снова казино, и снова Марионт, и снова, господа, этот великолепный дом, который где вот за моей спиной. Статус квартира. И у нас с вами 28 квадратных метров по выписке. Значит, плюс балкон, где-то квадратов 8 примерно. Это у нас получается 36 квадратных метров. И снова супер цена и отличная квартира. По всему полу у нас проложены теплые полы от двухконтурного газового котла. Квартирка уютненькая, мне очень понравилось. И стоимость просто идеальна на сегодняшний день. Он сказал еще продержит где-то примерно энное количество дней. Возможно, дня 3-4. Стоимость мне очень понравилась, 19 миллионов рублей. Она очень конкурентная, с учетом того, что в этом доме почти ничего не продается. Я вам показывал квартиру за 20. Это даже за 19, хочу сказать, мне лично, может быть, даже немножко больше понравилось. Но это чисто как по мне. Она угловая, с конкретным видом, с обеденной зоны на Мариотт, на казино и, соответственно, с балкона потрясающий вид. В принципе, иду показывать квартирку, а потом стандартно прогуляюсь до Мариотта, до казино, покажу вам, сколько, собственно говоря, это составляет в пути. Это к минуты две максимум. Еще раз поснимаю для вас дом, напомню. Что это? Где это? У нас, как обычно, дожди на Красной Поляне. Ну, что значит обычно? О, птички как поют красиво, слышите? Соседство, шале. Классно, да? Шале. Птички поют. Да вот он, собственно говоря, Мариотт. Видите, минута ходьбы. Справа казино. Что там, собственно говоря, долго размышлять? Вот наш великолепный дом. И здесь у нас с правой стороны сейчас будет въезд на подземную парковку. Теоретически можно кое-что там взять в аренду. Либо выкупить. Я продавал здесь парковку. Вот въезд в парковку. А балкончик, вот он балкончик. Вот видите, краешек зонтика. Вот это наш балкончик. На четвертом этаже это наш балкончик. Все. Все, господа, иду показывать. Так, 28 квадратных метров по выписке, плюс балкон 8, то есть те же самые, в принципе, 36 квадратных метров у нас и получается. Так, при входе, соответственно, гардеробный шкаф, достаточно большой. Что-то сейчас свет у меня не получилось включить. Здесь оптиковолокно, вот такие атрибуты здесь. Сразу здесь у нас спальная зона, здесь у нас санузел. Слушайте, мне очень понравилось, уютненькая, тепленькая. Интересная очень квартира, очень интересная. Стиралочка, душевая, полотенцесушитель. Оттенки по плитке меня полностью устраивают. Мне очень понравилось все. Вот таким вот образом здесь все сделано. Слушайте, к ванной нету никаких вообще вопросов. Абсолютно, слово совсем. Спальная зона, соответственно, пожалуйста. Так, туалетный столик прикроватный. Все здесь аккуратненько, вот таким вот образом сделано. Сплит по всей площади теплый пол. По всей площади у нас теплый пол. Там у нас плиточка, тут у нас ламинат. Кухонная зона, холодильник, электроплита, микроволновка, вытяжка. Здесь у нас, соответственно, газовый счетчик. Здесь двухконтурный газовый котел, который подогревает нам полы. Здесь у нас окошко, можно открыть жалюзи. И будет вам вид сразу, пожалуйста, на автомобильный переулок и на Мариотт, на горы. Очень красивый, можете обедать, соответственно, с таким потрясающим видом. Сейчас здесь закрыто. И изюминка, конечно же. Так, дополнительное спальное место. Телевизор. Слушайте, мне очень нравится эта квартирка. Она однозначно стоит на сегодняшний день 19 миллионов рублей. Однозначно стоит. Вот. И, конечно, я бы сделал выбор. Остановил бы свой выбор на этой квартире. Мне безумно она нравится. И балкончик здесь, конечно, тоже крайне потрясающий. Крайне потрясающий. Смотрите. Здесь можно посидеть, отдохнуть. И здесь можно посидеть, отдохнуть с потрясающим видом на Мариотт. С потрясающим видом на Мариотт. Несмотря на то, что сегодня подзатянуло, все равно, я думаю, вы примерно представляете, какие здесь потрясающие пейзажи. Насколько здесь потрясающие пейзажи. Супер квартира, цена 19 миллионов рублей на сегодняшний день. Сказал, я подержу цену не больше недели, буду поднимать. Ну, понятное дело. Он понимает, кто еще продает и за сколько, поэтому как бы цена однозначно в рынке и даже, можно сказать, ниже рынка для этой локации.
Клевая квартира, клевая, без вопросов. Я решил так, что когда я буду презентовать и продавать квартиры в этом доме, который мне безумно нравится, по вполне понятным причинам, да, его локации, его статуса, ну и по всем остальным, так сказать, своим субъективным моментам, я вот это видео оставлю, так как у нас там в конце тупик, вы прекрасно это знаете, я вот это видео оставлю, это видео будет называться «Прогулка от дома до гостиницы «Мариотт», до улицы Эстонская и, в принципе, до казино». Ну, давайте, включайте свои кондиционеры. Включайте, пожалуйста, свои секундомеры. Будем засекать, так сказать, сколько времени у нас займет с вами прогулка. Вот, с какой целью, собственно, эта прогулка? Ну, во-первых, сказать вам, что это потрясающая улица. Этот небольшой, такой вот маленький, он маленький, смотрите, вот там начинается, и вон он заканчивается тупиком. Автомобильный переулок, он тупиковый. Тупиковый, то есть плюс этого дома, ну реально крутой дом, то, что нету абсолютно никаких машин, которые будут постоянно гудеть у вас над ухом. Действительно, это так, это очень круто. Рядом с вами Мариотт с потрясающим бассейном. Я не помню, есть ли там гостевые посещения, но, по-моему, в том году были гостевые посещения, в летний период времени можно спокойно. Далее, с левой стороны у вас там подъемники, торговый центр. То есть, вообще до трассы «Газпром» покататься вы можете дойти спокойно на расслабоне за 15 минут. До Мариотта, ну, я не знаю, ну, у меня составляет дорога 2 минуты, но вы, может быть, дойдете за 3. А вот, направо, если пойдете, то там у нас казино. Направо, если пойдете, можете сыграть казино. Налево, если пойдете, попадете в торговый центр. Направо попадете в торговый центр. Ну, в общем, господа, сколько прошло времени? Я даже не знаю. 1,5 минуты. И мы с вами на улице Эстонская. Здесь везде прокат всякого рода оборудования. Вот у нас казино с зеленой крышей. Можете пойти поиграть. Вот у вас Мариотт. Можете пойти отдохнуть. Вокруг всякого рода рестораны, кафе. Вот у вас сыроварня, можете пойти. Вон у вас, пожалуйста, торговый центр, кинотеатр, магазины, KFC и всякого рода там канты, манты, перекрестки и так далее. То есть весь эпицентр событий. Ну и в эту сторону вы едете, соответственно, Горки город, Роза хутор, ну и непосредственно Газпром. То есть вот, ребят, вот наш дорогой любимый автомобильный переулок для меня. Дорогой любимый, и вот, собственно говоря, наш дом. Самая потрясающая локация, я считаю, для покупки и инвестирования в недвижимость именно на Красной Поляне. Лучшие локации, ну, и чтобы находиться в эпицентре всех событий, по моему мнению, нету. Заметили, как здесь, да, шумновато? А стоит мне отойти и сделать несколько шагов в обратную сторону, мы опять погружаемся в вот эту идиллию спокойствия. И хочу вам сказать, что, ну, всегда мне нравился этот дом, сколько я его знаю. И с огромным удовольствием я презентую и продаю квартиры. Не так часто, как хотелось бы, потому что здесь нет такого выбора квартир. Но дом очень потрясающий. И поэтому, если вы когда-то что-то и хотите купить, захотите купить на Красной Поляне, советую вам присмотреться. Есть, конечно, и отдаленные районы, не Эстосадок. И там можно эту площадь же купить, ну, немножечко дешевле, там, на пару миллионов. Но вам придется в пешей доступности вы все эти достопримечательности, которые я вам показал, конечно, не получите. Вы можете спокойно выйти из этого дома, из своего, да, надеть ботинки, прогуляться до подъемника и поехать кататься, ну, Горки город, например, без проблем. Все, ребята, всем счастья, здоровья, любви. Имейте в виду, что недвижимость в Красной Поляне, земля, дома или небольшие квартирки, апартаменты, все это есть у меня в наличии по самым лучшим ценам для вас. Все, я вас обнял, берегите себя. Не забывайте подписываться, пожалуйста, на телеграм-канал, на Яндекс.Дзен, в инстаграм, если хотите. Все ссылки есть под каждым видео и в шапке профиля, господа. Все, семья, обнимаю крепко, берегите себя. Обнял. Обнял.